Подпишись. Ребят, то, что я сегодня нашел и скачал на свой компьютер, это просто... Просто невероятно. Я очень удивился. Если вы до сих пор думаете, что ваш компьютер не потянет GTA 5, то у меня для вас другие новости. Я покажу вам сегодня максимально сжатую сборку GTA 5, которая запустится, наверное, на самом просто последнем ведре. Такое происходит не каждый день, ребят, поэтому поддержите этот ролик лайком. Давайте наберем сегодня 2000 лайков. И заранее вам всем спасибо за подписку на мой канал. Короче, ребят, сразу стоит сказать, что эта сборка не моя. Это не я ее придумал и собирал. Нашел ее на ютубе у моего коллеги по ютубу Brothers in Company. И в этом своем видео он показывает то, как ее правильно нужно ставить, показывает, как в итоге все это выглядит. И, конечно же, я решил ее поставить себе и немножко протестировать. В архиве с этой сборкой присутствует всего 3 файла, и они очень легко устанавливаются. Первое и самое важное — это вот такой вот автоустановщик, который сделает все прям за вас специально. Здесь вы просто ставите путь к корневой папке с GTA-шкой 5, а второй файл под названием Settings вы переносите в документы по следующему пути. Сейчас вы видите достаточно красивую картинку, потому что у меня стоят более-менее высокие настройки GTA-шки. Качество текстур, кстати говоря, я поставил именно на высокое, а не очень высокое, потому что разницы особо нет. У меня всегда еще включена вертикальная синхронизация, потому что вместе с ней игра, ну, для меня лично, идет как-то более плавно. На данный момент без вертикальной синхронизации мой FPS где-то 80-90. Ну и, собственно, давайте не будем больше тянуть, ребят. Я сейчас поставлю все эти моды, перезапущу свою GTA-шку, и мы с вами на это все посмотрим. A few moments later. У меня, ребят, уже все готово. Я запускаю Аризонку, GTA 5 сервер. И пока у меня все грузится, я напомню, что промокод у меня Dante. Вводите его на регистрации. И зацените, ребят, что у меня сейчас на экране происходит. Это GTA 5 запускается вот в таком вот микрооконном режиме. Все, авторизация на Аризоне успешна. Мы видим вот такого вот типа, я не знаю просто, как это по-другому назвать. Выбираем наше место спавна и... мы появляемся в нашем доме. Конечно, это чересчур, я не хочу сейчас полностью видос записывать в таком разрешении, поэтому я его все-таки поменяю на мое обычное. Ну и сразу прям скажу, что игра в таком разрешении выглядит уже немножко получше. И по кадрам в секунду вы сейчас видите уже немного другой результат. Но сразу уже видим, что машинки сами по себе не были никак сжаты, то есть выглядят они, ну, абсолютно так же, как и раньше. Ну и в целом, даже если немножко издалека так посмотреть на монитор, то особо можно даже и не заметить разницы. Просто видно, да, что никакого сглаживания здесь нету. Очень близкая дальность прорисовки, скажем так. Ну и все текстуры стоят на минималках. Я подъехал к банку, сейчас к центральному. Давайте просто зайдем в него, посмотрим на других игроков. Да, у этого игрока сразу видно не очень хороший вкус по одежде. Какая-то странная у него... майка? Или что это? Тут видим, что у парня вместо ботинок какие-то куски мыла. Или что это? Но в целом тоже неплохой стилек. А у этого парня вообще особо ничего не поменялось. Ну, кроме ладошек. Кажется, как будто он просто игрок, не знаю, GTA Vice City. Пока что все понятно, но сейчас я направляюсь уже за город. Потому что автор этой сборки, напомню, Brothers in Company, сказал, что если выехать за город, то нас здесь будет ждать небольшой сюрприз, который мы сейчас с вами должны увидеть. Пока что этого не видно, но я уже представляю, что если мы отъедем чуть дальше, то... оно будет проявляться. Да, вот как сейчас примерно. Короче говоря, если где-то вот отсюда мы поедем более так глубоко за город, то прорисовка будет уменьшаться и уменьшаться. То есть, да, мы видим перед собой буквально, я не знаю, 3 метра. Мы едем по обычной такой проселочной дороге и видим прям невооруженным взглядом, как деревья и всякие другие объекты начинают у нас прорисовываться прям перед носом. Кстати, мне кажется, что если мы догоним эту прорисовку, заедем прям... внутрь, да, то будет примерно вот такое. Я не могу сказать, ребят, комфортно ли играть вообще на такой сборке с такой прорисовкой за городом. Но вот если наша какая-то деятельность на сервере, как, например, работа дальнобойщика или работа на стройке или на ферме, это все находится за городом, то, конечно, будет прям не очень комфортно играть. Я нахожусь у казино и хочу посмотреть этот интерьер изнутри, потому что здесь я достаточно часто провожу время на сервере. Ну вот, кстати, казино, если не смотреть
смотреть на вот эти несглаженные текстурки, да, оно вообще никак не поменялось. Давайте крутанем рулетку, например. Я ожидал того, что все текстуры будут настолько сильно сжаты, что мы на этом колесе даже и призов не увидим, но все, в принципе, обошлось и все нормально. Кстати, обратите внимание, ребят, на крупье. Да, примерно вот так вот это все выглядит, блин. Не знаю, почему именно вот этот скин у нас вот такой, но ладно. Как у нас выглядит, интересно, рулетка вообще за столом, если мы сделаем вид сверху? Ну, в принципе, тоже прям не особо и плохо все это выглядит. Давайте на красное поставим. В общем, ребят, я думаю, что играть на такой сборке возможно только по одной причине. Это если у вас есть огромное прям желание поиграть в GTA 5, например, на РП-сервере, да, как, например, на Аризоне. Но ваш компьютер даже на самых минимальных настройках графики просто не тянет эту игру. Вот именно в этом случае, я думаю, что пригодится такая сборка с... ну просто ультра сжатыми текстурами. Я обязательно оставлю ссылку на видео Brothers in Company, там вы сможете скачать эту сборку. То, как ее устанавливать, я вам уже показал, ребят, там в принципе ничего вообще трудного. И естественно, даже на такой сборке я рекомендую вам играть на Аризоне РП в GTA 5, приходите обязательно сюда. Ну а я, ребят, вместе вот с этим вот высокополигональным чуваком с вами прощаюсь. Спасибо, друзья, всем за просмотр этого видоса. Обязательно прожмите лайк, я думаю, что это не так трудно сделать. Всем желаю удачи, друзья. С вами был, как всегда, Данте. Всем до скорого и пока-пока.